Их день расписан по минутам. Они никогда не сидят на месте. А этим утром семье Зубковых пришлось даже встать пораньше. Плановый поход к врачу-офтальмологу – процедура обязательная. За зрением своих дочерей мама Ольга следит с особой ответственностью. Мама очень ответственно подходит к здоровью своих детей, наблюдается регулярно, все рекомендации соблюдает. Ну, то есть у нас не строгий зрительный режим. И младшая у нас для профилактики как бы, да, не смотрит, не играет ни в телефончике, ни в планшетике. Они молодцы. Они очечки у нас носят, и все они делают. Участковая медсестра Нонна Степанян еще совсем маленькой помнит Дарью. Какое-то время она обслуживала их участок. Теперь консультирует Ольгу по всем вопросам с младшей дочерью Миланой. Дети обалденные. Дашка развитая, Милашка вырастает. У меня как по-дружеские отношения уже с ними как-то, не то как-то уже служебное, перешла как-то дружеское. Поэтому мне они очень нравятся. Дарье уже 6, через год в школу. Помимо детского сада, девочка успевает 3 раза в неделю посещать театральную студию. А в этом году Даша даже стала участницей телевизионного проекта «Отряд особого назначения». Младшая Милана, видимо, пойдет по стопам своей сестры. В столь юном возрасте она уже проявляет интерес к творчеству. Родители, мама Ольга и папа Александр, своих дочерей в этом только поддерживают. Каждый выходной они стараются проводить вместе и с пользой, посещать музеи, детские театры, зоопарки. Сидеть просто дома с утра до вечера интереса никакого. И тем более сразу понимаешь, что семейный быт тебя может просто-напросто съесть. А этого никак не хочется. Точно знаю, что без физического развития, умственного развития нет. Поэтому деткам лучше давать возможность двигаться. Мы на майских праздниках занимаемся. Взрослые играют в настольные игры. Мы играем в бадминтон. В волейбол там играем. Что самое главное? Любовь там. Меня любят больше всех с Миланой. Застать семью Зубковых в полном составе можно только в выходные. Поэтому девчонки, как и мама, ждут их с нетерпением. А пока Ольга находится в декрете, она успела получить 2-е высшее педагогическое образование. И сейчас работает старшей вожатой в школе. Так что в этой семье саморазвитием занимаются все без исключения. Залог семейного счастья, из чего он складывается? Я считаю, прежде всего, это доверие. Друг другу нужно доверять. Конечно же, любовь, любить друг друга. А любовь – это и есть забота, доверие, все в себя включающее. Мне кажется, это самое главное. На достигнутом Зубковы останавливаться не собираются. В планах у супругов рождение 3-го ребенка. Теперь мечтают о сыне. Ирина Бокова, Владимир Бежонов, Екатерина Чернышова, «Видное ТВ».